когда она работала в Африке, когда она работала на неправительственную организацию, член большой команды людей, обучая местных людей о важности восстановления лесов. Она была офицером по связям с общественностью для студенческого союза. Планировать работала данный, говорил, убедил, делаю мы, понятно. Организационные навыки, гибкость, командная работа, переговоры, умение общаться, умение эффективно общаться, коммуницировать, если можете сказать это, и организационные навыки. Анализировать, изобретать, писать, решать, вести заседания, подходить, обсуждать, изменять, проводить, предполагать, объяснять, слушать, мотивировать. Меня всегда интересует слово «мотивировать». Его надо говорить «мотивировать» или «мотивировать». Мне кажется, два подхода верны. Надо учитывать реакцию собеседника перед тем, как применить нужный, правильный подход. Решать, вкладывать, вести переговоры, решать, давать, работать, разделять полномочия, внедрять, поддерживать, убеждать. Интернет, работать по связям в лату, перепишите, нетворкинг, установить связи с правильными знакомыми. Кадровые агентства, непосредственно тех, кто ищет и переманивает ключевых игроков. А Headhunt – это не охотник за головами, как в индийских племенах. Переводится так. 80% прибыли дает 20% сотрудников. То есть они приходят на чужую фирму, предлагают менеджерам высокую зарплату, дабы их только переманить в хорошие условия. А газеты и магазины – холодное обзванивание без подготовки отправлять почтой. Техника Эрика более успешная. Предполагаемые ответы. Главные детали работы, четкие инструкции, что отвечать. Последний срок подачи на это объявление. Имя, указание должности, на которые вы должны, с кем вы должны вести переговоры. Ваша роль, квалификация. Перед отправкой письменного сообщения это обдумать. Имя бизнес-организации и подразделений, которому отвечать и кому нужно будет отправлять. Часто другой человек, который непосредственно ведет за работу. То есть имеется в виду, это просто клерк, а главный мозг фирмы – это совсем другой человек. И вы должны до него достучаться. Если сообщение о трудоустройстве на работу нужно отправлять электронным образом, либо отправлять нормальной почтой. Есть ли детальное описание работы, есть ли ключевые критерии стандартов, требований, которые вы должны подходить, чтобы годиться для этой работы, квалификации, если нужны, то какие, а также сайт для того, чтобы узнать более детально о работе. Объявление, которое указывает на то, какой эта организация в сумме является. Репетиторы по скайпу из Канады.